Сначала паводок, затем шторм. Из-за разгула стихии срок открытия муниципального пляжа в этом году сдвинулся на месяц. Место отдыха открылось лишь пару недель назад, но не успели горожане насладиться солнечными ваннами, как появилась информация о новом закрытии. Якобы из-за добычи песка на острове Помаскин. Такая новость вызвала волну негодований в социальных сетях. Все, последнее бесплатное место закроют и уничтожат. Да продайте уже все, песок, лес, не стесняйтесь и воздух не забудьте. А вот некоторые горожане после такого известия уже ищут альтернативу. Расстраиваюсь, конечно, как бы хочется пораньше. Ну, на даче есть бассейн. Угу. Вот, ну, на речке, конечно, интереснее, народу больше и веселее. Но городские власти заверили, пляж не закроют. По их словам, песок добывать будут, но не в целях обогащения и не во время купального сезона. Как нам пояснил первый заместитель главы администрации Центрального района Анатолий Панченко, пляжу почти 20 лет. За это время дно поросло илом, а сам водоем измельчал. Краевой Роспотребнадзор потребовал привести акваторию в соответствии с санитарными нормами, очистить и углубить дно. В противном случае с пляжем можно навсегда попрощаться. Сейчас власти ведут переговоры с предпринимателями, которые готовы вложиться в эту работу. Намыли. Если акватория пляжа позволила, лишний песок они за свой счет увезут. Нам не надо будет нанимать технику. Сделали нам спонсорскую помощь. То есть такая, да. Партнерские отношения. Да. Да, на работу пляжа это никоим образом не повлияет, потому что работы будут проводиться ранней весной или поздней осенью. Анатолий Панченко также пояснил, что в следующем году городской пляж полностью преобразится. Уже разработан план его реновации. Обычно во время паводка это место полностью затоплено. Из-за этого муниципальный пляж открывается позже на 2-3 недели. В этом году городские власти приняли решение поднять всю зону отдыха на 1 метр 10 сантиметров. По их словам, это позволит обезопасить пляж и открыть следующий купальный сезон вовремя. Зону отдыха укрепят и сделают выше. Это защитит пляж от подъема воды. Кроме того, пляжную территорию обещают благоустроить, оборудовать парковку на 800 машин, построить новые домики и беседки. В следующем году открыть пляж обещают не позднее 10 июня. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.